Свой визит в Альменевский район Алексей Кокорин начал со встречи с коллективом местной газеты «Трибуна». Издание было основано в 1941 году. Сегодня его тираж превысил 2000 экземпляров. Далее Алексей Кокорин принял участие в церемонии закладки капсулы в основании здания нового детского сада на 90 мест, который позволит ликвидировать в муниципальном образовании очередь в дошкольные учреждения для детей от 3 до 7 лет. Этот важный социальный объект появится в Альменево благодаря работе по привлечению инвестиций. Это вот механизм, на мой взгляд, правильного размещения инвестиций, когда инвестор за собственные деньги строит социальный объект. Естественно, потом после строительства правительство области все это будет выкупать, но по обговоренной цене. Подрядчик обещает, детский сад сдадут в срок, тем более, что опыт работы в этой сфере огромный. Мы строим несколько садиков. Петухово в 5-м микрорайоне, в Кургане. Это сдали садик в Веденке недавно. Ну и, в общем, объем работ довольно-таки приличный, выполняем. Вне плана Алексей Кокорин посетил центральную районную больницу, чтобы посмотреть, в каком состоянии находится детская консультация. Проблему необходимости ее ремонта подняли журналисты районной газеты «Трибуна». Сейчас консультация располагается в ветхом деревянном одноэтажном доме. Ремонт здесь проводится регулярно, однако это не решает проблемы, здание слишком изношено. Местные мамочки уже настолько привыкли к такому разгрому, что уже просто не замечают проблемы. Мы тут второй раз всего, но мне кажется, тут вполне нормальные условия. Алексей Кокорин поручил главе Альменевского района проработать вопрос о строительстве новых помещений. Нужно выделять деньги на строительство нового пристроя к центральной районной больнице для того, чтобы два отделения, в первую очередь, естественно, вот это, детскую консультацию перевести в новое построенное. Других решений вопросов нет, потому что какой-то текущий ремонт здесь делать, вы видите состояние какое здесь, и полы прогнили, и потолки обваливаются. Основным событием визита главы Зауралья в Альменевский район стала встреча с общественностью. Вопросы задавались самые разные – газификация, строительство дорог, повышение зарплаты учителям и врачам. В завершении встречи Алексей Кокорин отметил, все вопросы и обращения будут тщательно проработаны. Решения будут по всем проблемным вопросам, те, которые были озвучены, которые требуют немедленного решения, небольших финансовых затрат, мы обязательно примем их к действию, и в самое ближайшее время они будут реализованы. Все, что касается вопросов, те, которые более длительного характера, это газификация, водоснабжение, это ремонт строительства дорог, они идентичны для всех муниципальных образований в комплексе. Конечно же, мы эти вопросы ставим на контроль и будем их обязательно решать. По мнению жителей Альменевского района, такие визиты глава Зауралья должен делать постоянно. Ведь именно в общении с простыми людьми можно раскрыть всю суть проблем в муниципалитете. Ну, видать, что он человек, наверное, не просто так говорит. Я считаю, что этот человек, значит, приехал, он ему и понравилось, что доброжелательный. Да, ну, с дорогами вот тут все, ну, везде-то, по всей России, правильно сказать. Но я считаю, что у него должно все получиться. Михаил Белокрылов, Александр Менщиков, информационное агентство «Курган.ру», Альменевский район.